Than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show. Всем привет! Вы на канале Everybody We're Playing. И сегодня я буду открывать мою первую колбу Пэта в Animal Jam. Первую фиолетовую колбу. Заранее спасибо, что объяснили мне, как ее открывать, что для нее нужен инкубатор за 25 сапфиров. Спасибо большое. Теперь вот у меня все получилось. Я ее сейчас буду открывать. В общем, давайте уже скорее начнем. Она такая фиолетовая, такая красивая. Я ужасно волнуюсь. Это моя первая колба. Ну, давайте же все-таки ее поскорее уже закроем. Откроем. Я сейчас закрою глаза, задержу дыхание, нажму на эту галочку. И видеть, какой пэт мне попался, будете только вы. Давайте же скорее начнем. Все, закрываю глаза и задерживаю дыхание. Так, ну что, можно там глаза открывать? Я уже начала дышать, но я пока боюсь открывать глаза. Ладно, давайте я открою на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. А, мне попалась карликовая игрунка. Ну, не скажу, что я особо рада. У нас вот этот колбочный инкубатор остался, насколько я понимаю. А, ну да, он не одноразовый, он теперь со мной навсегда. Но колба уже использована. Давайте мы с вами посмотрим эту игрунку. Открываем ее. Где она у меня? Вот она у меня. Карликовая игрунка. Ну, вообще так прикольная, но цвет мне не очень нравится, ну и глаза тоже. Так что беру все-таки моего песца, а карликовую игрунку сейчас выставим на продажу. Ну, я думаю, где-то сапфиров 65 будет для нее нормально. Даже, может быть, мало. Я, если честно, не особо разбираюсь в ценах, а можно вводить. А давайте, знаете, как посмотрим. Через коралловый каньон. За сколько ее вообще продают? Потому что я вообще особо в ценах, особенно на таких пэтов, не шарю особо. Давайте пэтиков открываем и пишем. Во, есть. Карликовая игрунка. Продают ее за 69, за 100, за 130, за 200 даже продают. Ну вот глаза, как у меня, примерно похожи по расцветке. В общем, где-то так, 69, 65, ну давайте я выставлю за 75, наверное. Будет недорого, как бы не дешево, там не 200, но и не 69. Что-то, в общем, среднее. Давайте... Где она у меня? Вот она у меня. И вписываем 75. Вот. Можно даже, ладно. Ну, 76. Ладно, пускай будет 76. Все. А поиск по магазинам надо включать. Где это было? Где это было? Не знаю. Ладно. В общем, мне попалась такая вот карликовая игрунка. Ну, не сказать, что я бы ее очень хотела, но все-таки она прикольненькая. Ну, а вам спасибо за просмотр. Подписка, лайк. Всем пока!